Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на варочную панель Канди. Вот, сегодня я расскажу, как она легко включается. Чуть-чуть вы подводите сюда, и все. Здесь вот есть вот роджик, и все, довольно легко. Не нужно ждать 20 секунд, там, отсчитывать. И вот она убавляется. Вот она раз, и все. Просто так вот она никуда не поворачивается. Вот так же. А также тут написано, есть панелька, а где какая. Ну, конечно, это не так удобно, как обыкновенные плиты были. Да, вот тут у нас было всегда спереди, и мы сразу видим, тут, конечно, немножечко по-другому. Но можно привыкнуть. По крайней мере, это красиво смотрится. И здесь вот тут у меня деревце, и там дерево. Вот это вот прям. Давайте посмотрим следующее. Ага, вот большая загорелась. Вот есть звук, то, что идет газ. То есть, ну, не без звука. Будешь знать то, что действительно идет газ. А как было на старой, не помню. Вот раз, она выключается. Можно бывает, кстати, и такое, то что слишком быстро, когда повернешь, то есть нужно поворачиваешь, ждешь какое-то время, она там тик-тик-тик-тик, и потом дальше поворачиваешь. Если повернуть сразу, не дождаться, то вылетает газ сам. Вот. Нужно ждать, пока она потикает немножко. Вот, та загорелась. Очень удобно, мне очень понравилось. Очень быстро. Не то, что там вот газ открывается, эту спичку там поджигаешь, ждешь, обжигаешь все пальцы. Тут такого нету. Ага. И все. И тут также маленькая и большая. Да, все они очень мягенькие, очень хорошо стоят. Хотя это, конечно, Китай, как выяснилось позже. Хотя мы звонили в магазин, нам сказали, что это... не помню, какая-то страна, но не Китай. Не Карелия, не Китай, вот что-то другое, не помню уже. Вот, а потом выяснилось, что это Китай. Так, здесь вот они не чугунные, обыкновенные. За счет этого она стоила гораздо подешевле, чем, в принципе, могла бы. Беленькая, эмалированная. Вот. Ну, в принципе, это все. Будут в конце ролика еще фотографии со всех сторон, как там, что там.
Смотрите другие ролики, у меня другие есть обзоры. Скоро выйдет обзор на духовой шкаф. Вот, очень интересно будет. Это будет гораздо подольше, чем панель. Вот, есть еще там разные другие у меня обзоры. Также у нас влоги. И очень-очень много всего интересного. И на сегодня это все. С вами был канал ArtMania. Всем пока-пока.